Номер 4 в центральном переулке по-прежнему огорожен специальными лентами. Здесь дежурят полицейские, работают группы Следственного комитета и спасатели. В наиболее пострадавшей части дома на 4-м и 5-м этаже продолжают разбирать завалы. Как предполагают следователи, причиной случившегося стала утечка газа. Эпицентром взрыва называют 54-ю квартиру, где проживала семья Зарубиных. Отец семейства в больнице, его супруга и двое детей 5 и 9 лет погибли. Взрывной волной полностью разрушила 4 и повредила 13 квартир. После обследования 3 из 6 подъездов признали пригодными для проживания. Жители вернулись домой. Скажите, пожалуйста, в скольких подъездах люди живут на данный момент? Первый, пятый, шестой. Виктор Петров живет в 5-м подъезде. Его квартиру уже обследовала специальная комиссия и следователи. Проверяли приборами, да. Ага. Там внутри проверяли. Ну, сзади вот куда подсоединен. Жителей 2-го, 3-го и 4-го подъездов разместили в гостинице неподалеку. Кто-то решил переселиться к родственникам. Ну, пока продукт сказали забрать, да. Вы куда шли, если не секрет? Ну, мы к родственникам. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводятся осмотры, обыски в управляющих и обслуживающих компаниях. Главный инженер Серпрегионгаза дает показания. Главный инженер компании, обслуживающей газовое оборудование, не произвел должное обслуживание газового оборудования якобы ввиду того, что жильцы квартиры отсутствовали на момент проведения проверки. По поводу того, насколько тщательно сотрудники обслуживающей организации следили за газовым оборудованием квартиры, с какой регулярностью проводили проверки, мнения людей разделились. Проверяли оборудование? Пока проверяли. Когда последний раз? 4 года. Когда последний раз? Хороший вопрос. У нас осенью последний раз проверяли. Детально устанавливать все факты и обстоятельства происшествия, в результате которого погибли 6 человек, будут следователи.